Нервы вообще до пизды. Я такая, ну ладно. Блять, Чё? меня опять сажают. За что? За оружие, я оружие взял в руки. Бля, я могу тебя скинуть в машину? Пробуй, 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 пробуй. Подойди к машине. Бля, он Да, тащит так. меня, меня опять сажают, даже. Бля, я в наручниках, все, Как тебе пиздец, опять везет. сажают. Я Нам просто это взял оружие оружие. Не, я достало. взял. Это не мое. Пизда. Тебе везет, блядь. Я просто взял оружие. Ой, блядь. Скажи, что это не твое. Ну, похуй ему Это будет, да? бесполезно, да. Да он же, нет? Нет, другой. И куда тебя, в ментовку везут? Походу. Прям в машине тебя разъебал? Ну да. Че так можно, блядь? Я не знаю. Куда мне везут-то? Я в Ну, ахуе. Я просто взял, блядь, прикинь. как будто ждал, блядь, да? Ну да. Откуда, блядь, они тут оказываются Но они везде? тут жестко беспределят, на самом деле. Я просто взял оружие, короче, и он подбежал. Ебать уебаны. Ой, пиздец. Бля, я, если честно, в ахуе, что куда-то меня везут. Опять. Я около ментовки стою, тебя нет пока. Да меня, походу, надолго посадят. Охуеть. Человек с неба упал. Админ, может, телепортнулся? Не знаю. Пишет, Телепортнулся и побежал. вылетаю. А чё толку вылетает-то, блядь? Сейчас пишите на форум. Я в наручниках. Гражданин, меня слышно? Да, слышно. Да, еще раз повторюсь, задержаны по статье 12.8. Имеете право хранить молчание, если что скажете, будет использовано против вас в суде. Имеете право на адвоката, если потребуется быть запрошен. Также имеете право на один телефон звонок. Ясны права вам? Да, Да. спасибо. Это, видишь, подстава какая-то. Они же подставляют. Не ведись на такую хуйню в следующий раз. Ну да. Если хотите, можем договориться, пока не доехали. И у меня нет денег, если честно. Я просто подобрал. Ну, у нас переводы есть на карту. Да не, ладно, что ж, уже отсижу. Ну, смотрите, сидеть долго придется. Статья федеральная, потом вам будет запрещена работа в государственных структурах, если что, предупреждаю. Хорошо. Где отойди? Он говорит, это подстава, говорит. Монтажирует. А, меня вообще в тюрьму везут. Прикинь, бля. Меня не в полицейский участок, меня в тюрьму везут. Федеральная статья. Я в ахуе. Меня вообще в тюрьму посадят за это. Пиздец. Ебать вообще. Вот тебе посидели, да, попиздели, взял, подобрал. Сорян, Сами. Даш. Так, я здесь. Что такое? Зачем ты пишешь админ по всякой фигне от РПП? Причем тут админ? Ну, потому что я ничего не делал, как бы, блядь. Я просто подобрал оружие. Как, блядь, ни за что мне даже не объяснили про права. По всякой фигне, чувак, если они нихуя не следят за то, что ФБС просто, блядь, беспределят РП.
Это на РП. Лицо к умывальнику, пожалуйста. Но он не отыграл по РП. Он не, не отыграл ничего. Чё отмены, блядь? А это что? Поближе. Притык к стенке станьте. Потому что они... Наденут на одноразовые перчатки на свои руки. Прохлопай верхний унислав гражданин напротив. Паспорт где ваш? Сразу сделать нехуй. Здесь. Где здесь? В кармане. Кармане паспорт. В каком? В левом кармане. Задним, куда? Передним. Надо говорить, задним в трусах кармашек там лежат. Хорошо. Достану паспорт за него кармана. Ты же надо лес кого-то. Подобрал оружие твое, я не вижу. Обратно паспорт. Достану зип-пакет, сложу все нелегальное. Данный зип-пакет, закройте пакет, то есть повешу на пояс. Пойдемте оформлять. Идут оформлять. Хочу оформлять. Я не буду. Отлично. Ой, блядь. Я из игры вышла уже. Ну ладно, доброй ночи. Так я из игры вышла, отсюда пока не выхожу. А. Подобрал оружие, твоя вина, инкогнит. Не вижу нарушения игрока. Что такое? Типа не видит нарушения игрока. Его? Или ага. Твои? Да, что там? У меня зависло все. А какая статья-то вообще? Так, сейчас возьму регистрационный талон на стоечку. Буду оформлять вас в федеральную тюрьму. Угу, это здорово. Федеральную тюрьму оформлять. Да, конечно, говнище, блядь, полнейшая неграда. Теперь утро 3:35. Да, ебанутый день. А какая статья? Красная? Адвоката можно? И видеофиксацию, пожалуйста. Адвокат. Так, сейчас закончу заполнять бланк, отдам. Сниму ключи с трического поезда, заведу заключенного. Да, если эту хуйню не отыграешь. Открою камеру, заведу заключенного, закрою за ним камеру, закрою. Может, ты быстрее сделать это? Повешу на ваш, на свой пояс. Круто. Я в тюрьме, типа. Сижу в тюрьме. А тут нельзя нихуя делать. А, телефоном нельзя пользоваться. Не знаю. Смотри. А где посмотреть? Там? Вместе с ним выход в наручник. Что? Выход в наручниках? Это за 7,2. За хуйня. Это же другое вообще. Выход в наручниках. Здорово идет. У меня ж нет такого. Выход в наручниках. Куда выход? Бля, я не прокрутил эту тему.
Ой, Влад, ладно, бросаю я. Давай, ладно, пока. Доброй Давай, ночи. доброй ночи. Давай, пока. Давай, пока. Так. Так. Звук у меня идет или нет? Ну, и сейчас скажешь. Военная игрушка, блядь. Восемь онлайн, блядь. А что так дохуя-то? Десять онлайн. Крутит, что ли? Я же посмотрел в личном деле, выход в наручниках. Это хуйня. Предложил договориться. Бля, я просто не прокрутил рулетку. Это хуёво. Да ну, дрочь. Пойду кому-нибудь троицу кину. Это у меня в этом днище ебучем. На ДТ два раза посадили в тюрьму сегодня. В сезон сейчас в тюрьму. Помойка ебаная просто, блядь. Ужасно. Админы нихуя не делают. Днище ебаное, честно скажу. КД, блядь, сегодня было 8 часов на схема, блядь. Я хуй знаю. Конечно, ад. Я просто ебал это. Вещь закину. Мой персонаж в фах просто. Девочки закину. Спасибо всем, кто был на стриме. Надеюсь, что-то сделал интересное. Дари, ага. Нет, не подарю. Я на другом сервере. Он сижу в тюрьме залупят.